Бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова оставили под стражей. Такое решение вынес суд Центрального района. Накануне прошло первое заседание по этому громкому делу. Как сообщает Политсибру, Белобородов проведет в СИЗО ближайшие 5 месяцев. Столько ожидается продлиться судебное рассмотрение дела. На прошедшем заседании прокурор зачитал обвинение. Как из него следует, бывшему чиновнику вменяется то, что за взятку он отдавал контракты на строительные работы конкретным фирмам, а также позволял заключать госконтракты на проведение работ по завышенным ценам. В частности, речь идет о здании в Барнауле на Чкалова 230. Здесь сейчас располагается Краевое министерство природы. Сам обвиняемый отказался отвечать на вопрос, признает ли он свою вину. Между тем, ранее Белобородова обвиняли в том, что он потратил из краевого бюджета 18 миллионов рублей на покупку 3 автомобилей без проведения конкурса. Однако в итоге это уголовное дело было прекращено. Правоохранители решили, что автомобили закупали для обеспечения безопасности первых лиц региона. Следующее заседание состоится 23 января.